Всем привет! Вы на канале Мама Яна. Сегодня мы играем в Китти. Только не обычный Китти. Это Китти. Как вы помните, у нас два Китти. Хотя вы не помните, скорее всего. Но у нас есть Китти паркур. Кто не знает. Итак, мы сейчас попробуем пройти паркур. Хотя не мы, потому что я зашел на рандомный сервер. Ну и вообще, в Party Mode, по-моему, нельзя зайти на... на выборочный сервер. Хотя, я не знаю. Может и можно. Я просто не смотрел. Так. Сейчас пройдем этот паркурчик. Уже хотел сказать. Но мог и... этот, как бы... упасть. Так. 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 Я как бы люблю хардкор. Поэтому взял... хардкорный путь, и я его на изи прошел. Ну, как бы он не был таким сложным, это хардкор. Хардкор. Он не был таким сложным. Но я сейчас иду и даже хочу немножечко затроллить. Так, а вот здесь я бы уже пошел. Хотя не. Не. Не, я тоже этим хардкором. Так. Так, фух-фух-фух-фух-фух-фух. Так, 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 да ну, я что, мастер паркура? Ай! А, жаль, жаль. Ну да, почти. Кстати, тут еще можно от первого лица играть. Увы, но мне от первого лица, если честно, немного стрёмновато. Мне легче вот так вот. Раз, два, три, четыре. Фух-фух-фух-фух-фух. 5, 6, 7, 8, девой. Как я до сих пор не упал? Этого я никак не могу понять. Сейчас идем куда-то. Не падай, не падай. Не падай. Фух. Я пока вроде, кстати, а где шкала? Кто выше? Не знаю, ее, по-моему, нету. Есть. Ну тут и предметы надо брать. Некоторые. Я этого не знал, но тут и предметы иногда надо... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Зацепись, зацепись. Так. Я этот знаю, тут чит. Не надо ничего делать. Так. Вот все. Просто... Ага, понятно все. Плохие люди. Так. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух-фух-фух-фух-фух. Я, конечно, упал, но не так-то и уж. Я уже думал, на самое начало упаду. Ух, а теперь уже на самое начало, скорее всего, упал бы. Ну ладно. Я уже не хочу стрёмный путь, если честно, выбирать, потому что может в любой момент случиться вот так. Но хотя это был не стрёмный путь, это был легкий. Ай, ай, ну прыгайся. Ох, мы только здесь. Ах, ладно, 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 у меня есть еще 7 минут. Мне есть еще 7 минут. Там, я, честно, не совсем понимаю, как-то там пройти. Поэтому буду по-сложному. Потому что на легком застрять я не хочу. Но здесь это тоже легко, если честно. Надо просто этот, примерно... примерно этот. Ну, примерно смотреть. По прыжку это, в принципе, легко. Я с первого раза прошел. Да, это я не падал. Я вот, как только началась эта башня, ну, как бы, минуты истекли, я там зашел на 1.41, оставалось. И вот, кстати, я и дошел. Дошел до этого момента. Главное не зафейлиться. Потому что если зафейлюсь, будет жалко. Не зафейлился на этих кубах. Так, на этих кубах плохих. Так, сейчас прыгаю. Так. Так. А, я помню эту башню. Я тут, почти тут застрял. Так. Они быстро отодвигаются. Поэтому у меня есть такая мини-тактика. Вот сейчас вот пойду. Там нет. Там нету одной штукенции. И давай идти обратно. И сейчас вот...
Фух, хорошо то, что я этот как бы придержался. Так, все, не надо меня, пожалуйста, сбивать. Фух. А, я понял прыжками. Не, я, кажется, я ничего не понял. Фух. А, здесь прыжками, понятно все. Тогда все понятно. Быстрыми прыжками. А вот это вот, мне кажется, это Unreal. Не, ну я понимаю то, что это не Unreal, если сделать вот такой вот чит. Но это не чит на самом деле. Это просто скилл мой. Скилл падения. Но недалеко. У меня есть еще шама. Хотя их, по-моему, нету. По-моему, я уже далеко упал. Не, ну я недалеко упал. А, не, далеко. Вот это я уже далеко упал. Вот это я далеко упал. Уже, может, у меня и нету шансов. Хотя, если подумать, может, если я не буду больше падать, есть, в принципе, шансы какие-то. Некие шансы еще есть все-таки. Все-таки некие шансы у меня точно есть. Ну, попробовать можно, это точно. Попытка все-таки не пытка называется. Так. Давай. Я проходил, значит, пройду еще раз. Да как? Нет, все, у меня, кажется, нет шансов. Ну, тут, мне кажется, это уже Unreal. Мне кажется, это полный Unreal. И честно, мне уже так кажется, что это настоящий Unreal. Стоп, что? Стоп, что? А если я сейчас там какой-то рычаг нажал, если посмотреть, что там, вдруг открылась дверка. Вау, точно. Значит, надо просто смотреть. Понятно, теперь, когда она открывается. А вдруг у меня есть еще шансы? А, кстати, я уже почти дошел. В принципе, если за 3 минуты попытаться, то, может, и успею. Я могу и успеть за 3 минуты. Ох, почему я так волнуюсь? Так, давай все. Так, есть. Теперь, пожалуйста, я просто прошу, не зафейлься. Фух, все, это прошел. Так, не надо. Не надо фейлиться. Если вот сейчас зафейлюсь, это все. Ну, дальше нет смысла просто проходить этот паркур, нету смысла. О, вау. Но если бы были такие пружинки, всегда я бы, наверное, каждый паркур... Хотя, это нелегко. Не. Ну, теперь у меня точно шансов нет. Не, все. Ну, к сожалению, ребята, я не прошел эту башню. Ну, вы, наверное, спросите, почему ты специально упал? Ну, потому что... Ну, потому что 1 минуту, ну, смысл паркурить. Это просто нету тут, ну, не один. Да, ты тоже правильно сделал, АФКшник. Так, стой. А где твоя маска? Скажи, пожалуйста, где твоя маска? А, ладно. Все. Кстати, у нас у обоих белые костюмчики. Интересно. Так. Есть. Так, Ви. Ну и все, как бы, все. У нас двуххвостая мышка. Так, стоп. Что у нее в глазах, простите? Понятно. Понятно, что у нас теперь в глазах. Все теперь понятно. Мне вот так вот лучше смотрится. Да, у тебя есть маска теперь. Так. R. Так, у меня есть эмоция, по-моему. Кстати, какая эмоция, я не помню уже. А, да, это когда кот меня типа догоняет. Не, ну на этом все, наверное. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Так, давай. Ну давай.
Давай, и я 100% заберусь на эту башню ада. Это 100%. Да подумаешь, целых 20 секунд. Я точно успею. Я точно успею за эти 13 секунд. Да, подумаешь, 10 секунд осталось. Я за них допаркурю, точно. Ебой, я прошел паркур. 90. Ну, все. Шопик. Так. Так. Что? Что здесь у нас по скинам? Так. Стоп, что? А, понятно. И вот это у нас есть, да? Стоп, что?